Одесских депутатов оценили. Комитет избирателей Украины вместе с экспертами выставили оценки народным избранникам. Абсолютным лидером аттестации депутатов городского совета стала Анна Позднякова. Глава политической партии «Самопомощь» получила наивысшую оценку – пятерку от Комитета избирателей Украины и одесских экспертов. Хочу вручить Анне Позняковой вот такую вот звезду. Депутаты облсовета аттестацию прошли хуже. Отличников среди них нет. Специалисты КИУ и представители общественных организаций, а также СМИ, мониторили работу народных избранников 7-го созыва в Одессе и 8 районах нашей области. Всего исследовали деятельность свыше 800 депутатов. Их работу оценивали по нескольким критериям. Среди них – наличие информации о себе, о том, где депутат может встретиться с избирателями, а также посещаемость пленарных заседаний, обнародование деклараций, голосование за спор. Проекты. По общим оценкам, и в городском, и в областном совете больше всего двоечников. По количеству негативных оценок экспертов первое позорное место заняла промэрская партия. Есть целый ряд депутатов, которые по нашей оценке получили среднюю 3, а эксперты также их оценили в 1 балл. Это Юрий Круг, Дмитрий Палпатин, Светлана Асауленко, Сергей Страшный, Олег Брындак и Дмитрий Пеструев. Итак, в Одесском горсовете 64 депутата, пятерки получили двое, четверки 14 депутатов, 20 человек – троечники, 22 отмечены двойками. Шестерым поставили кол. Мы позвонили одному из тех, кому поставили единицу. Это общественная организация, которая выражает лично свое мнение, субъективную думку, так сказать. Я тоже могу создать свой комитет избирателей, и мой сосед по лестничной площадке свой комитет избирателей создаст. Наверное, оценку дают избиратели, непосредственно сами, своим волеизъявлением на избирательном участке. Я дважды избирался на своем избирательном округе, дважды проходил, и я единственный депутат от партии «Доверяй делам» Одесского городского совета, который избрался от Приморского района. Я думаю, что это самое главное. В Одесском облсовете 84 депутата. Отличников нет. У четверых избранников четверки. 29 человек – троечники, 47 получили двойки. И четверо депутатов по единице. Мы будем подобное оценивание проводить ежегодно, вплоть до выборов, с тем, чтобы, с одной стороны, избиратели могли иметь больше информации о деятельности своих избранников и, в первую очередь, больше объективной информации, и чтобы депутаты могли иметь альтернативную точку на свою деятельность. Аттестованным депутатам специалисты подготовили рекомендации для работы. Ольга Голодова, Олеся Татар, Игорь Казанжи, 7 канал.